Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Южный парк Разрушитель Мобил. И начнем, пожалуй, с бесплатного набора. Сейчас мы посмотрим, что нам отсюда выпадет. Так, давайте открывать, конечно же. И чем нас порадует сегодня? Три карты, маловато. Так, 34 монеты мы с вами зарабатываем. При этом сверхсекретный чип, две штуки, и стрелок Кайл. Давай тогда еще один наборчик посмотрим, что здесь нам достанется. Так, тут уже 4 карты, отлично. Так, 38 монет, наличность 1 доллар. Потом у нас индейское перо идет. И разбойник Твик. Кстати, его тоже можно, ребята, проапгрейдить. И смотрите, здесь у нас халява в плане. 5 бакинских за просто так, ребят, ну это шикарно. Так, что мы здесь можем с вами купить, например... Три карточки, я так понимаю, на Кайла. Или на катастрофу Хайди. Две карточки, да? Это все будет стоить вот определенных сумм. Ну, я думаю, ребята, мы без этого пока обойдемся. А сейчас пойдем, наверное, на основную сюжетную линию. Да, и будем проходить. Новости. На форумах Ubisoft только что опубликовали еженедельное обновление от разработчиков. Загляни туда, понятно все. Честно говоря, пока не хочу никуда я заглядывать. Я просто, ребят, хочу продолжить основную сюжетную линию. У нас эпизод 4, кладбище чужих. Так, это что у нас? Второй эпизод из 25 доступных. Давайте смотреть, кто у нас тут будет следующим. Надо было, конечно, мне, наверное, проапаться маленечко. Ну, да ничего страшного. Этап 3. Смотрите, такое ощущение, что против нас какой-то будет чужой, ну, в костюме, по крайней мере, да, какого-то чужого. Ладно, ребятушки, давайте посмотрим. Не будем, как говорится, загадывать, а сами все воочию прощупаем это дело. Венди, нам нужно больше девочек. Слишком много сосисок. И я люблю сосиски, говорит Твик. Причем здесь это, да, ребят, я так и не понял, на самом деле. Так, что у нас тут происходит? Так, ребят, мы, по-моему, здесь проиграли с вами. Нам нужно вызвать Хайди. Давай. Во. Усиляемся. Отлично. Усиление прошло замечательно. 30 к силе атаки. Бандитка Салли. Обязательно ее вызываем, потому что она у нас критовик. Так, а вот этот вот здесь не нужен нам парень. Так, он блокирует у нас спецвозможности. Если вы еще не забыли. Так. Чувствую, что скоро будет, ребята, босс. Давайте Нейтана призовем. Так, Айка на повышение поставили. Да, он, правда, быстро отдуплился. Так, Докпу. Докпу, давай. Слушай, отлично, отлично, ребята, идем. Очень, я бы даже сказал, хорошо. Так, нас отравили, да, я смотрю. Ну, это ничего страшного. Так, можно, в принципе, призвать Торрента. Что такое? Бз, посмотрим, как ты справишься с этим, глупый человек. С чем? Кого он там хочет призвать? Космовоитель Токен. Эффект получает бонус к атаке и бросается на ближайшего противника. Слушай, ну мы же такого уже видели. У меня лично такой есть. Смотри, смотри, смотри. Космовоитель Токен. Ну ладно. Давай посмотрим, на что ты способен, космовоитель Токен. Так. Секунду, давай усилимся. Усилились, ребята. Теперь вот так вот. Шикарно, крысы мне не нравятся, ребята. Крысы ползут. Так, ну, вроде бы мы, да, ребята, мы его победили. Слушайте, ну он какой-то ватный на самом деле. И ничего из себя не представлял. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам, ребята, здесь с вами достанется. Так, 7 монет, мало. Наличность маловато. И сверхсекретный чип. Не густо, ребята, конечно. Ну что же, давайте мы с вами кого-нибудь будем улучшать. Я думаю, что нам бы не помешало в улучшении. Так, погоди-ка. Улучши эти карты. Давай-ка, наверное, стрелка Кайла мы улучшим, да? У нас хватит денег? Хватит. Это мы ему повышаем здоровье на 3 единицы. Давай сделаем. Так, и у нас... Вау, смотри-ка. На новый уровень мы можем его перевести. Обязательно сделаем так. Ну что же, ребята, вот это круто. Мы можем дальше улучшать бонус к атаке. Плюс 5 единиц. Улучшаем.
Так, еще деньги у нас есть. Давай тогда мы еще атаку. Ну, на одну единицу, ребята. Ну, ладно. Хорошо, так уж и быть. Прокачали, так прокачали мы этого стрелка Кайла. Надеюсь, он нас с вами не подведет. Ну, а мы, соответственно, продолжаем сюжетную линию и переходим на следующую территорию. Так, что тут у нас? Великая китайская игровая стена. Только достойные воины могут перейти стену. Уничтожено телефонов 4, тебе удалось достойно проявить себя. Хм, хорошо, и что ты мне? Так, слушай, по-моему, это у нас... Не чувачок ли в ушаночке, а? С какой-то там дудочкой, ладно. Ребята, надо в любом случае смотреть, кто он такой и что он будет против нас делать. Так, никто есть не хочет, говорит Картман. Как насчет свистуна Вилли? Заткнись, жердяй. Мы же не доиграли. Так, давайте-ка я вызову, ребята, голубей. Пускай тут полетают. Понервируют, так сказать, их. Так, мы... Что такое? Что? О, Докпу. Как тебя быстро накумаривают-то здесь, а? В чем проблема? Что с тобой не так, парень? Давай, Картман. Шикарно вышло у тебя. Хорош, такой, ребята, космический корабль, знаете, из картона сделанный. Так, ну-ка, накумариваем его. Давайте вызовем Нелли, пускай она тут с двумя лопатками будет разбираться. Поцелуй меня в задницу, говорит. Это что у нас там за машина из фольги стоит, смотрите, ребят. Так, Айк, усиливайся давай. И я думаю, что надо нам вызвать Мимзи. Почему Мимзи, ребята? Он как танк, очень хороший. Его, во-первых, замучаешься пробивать, пока враг его бомбит. Мои ребята будут разбираться с недругами. Так, стрелок Кайл. Обязательно вызовем, ребята, потому что он имеет способность усилять нашу команду своей вот этой вот вспышкой, ракетницей. Так, Докпу, выходи тоже. Слушай, ну довольно легко идем, и вот уже, ребята, мы дошли до босса практически. Давайте посмотрим, кто это у нас. Ледяной снайпер Венди. Ага. Эффект замораживает 3 врагов в зоне поражения на 4 секунды. Ну, это, я считаю, ребята, имба. Ё-моё, что сейчас будет? Ледяной снайпер Венди. Девушки наносят ответный удар. Тоска. У девчонок всегда самые унылые фирменные фразочки. Да всем плевать, сейчас я тебя уделаю. Ну что же, нам сделали, ребята, вызов. Усиляемся сразу же, с лету. Так, давай-ка посмотрим, на что она способна. Так, голуби летят. Так, вся надежда на Картмана. Картман, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Массовая атака. Ах, ее отталкивают. Карман, как ты медленно идешь? Что с тобой опять? Куда ты пошел? Что ж тут происходит? Нейтан, давай. Усиливаемся. А, все, ребята, мы ее победили. Слушай, ну как-то довольно легко, мне кажется, да? Мы с вами проходим здесь. Они практически ничего против нас не могут сделать. Неужели мы так сильно с вами прокачались? Быть такого не может. Так, слушай, 160 монет. Вот это хороший бонус. Так, чипы. 5 штук. И еще 7 монет. И давайте мы тогда с вами, ребята, кого-нибудь прокачаем. Можно, в принципе, прокачать разбойника Твинка или же вышибалу Джимми. Но я думаю, что контрабандист Айк нам здесь хорошо зайдет. Так, здоровье на 3 единицы мы увеличиваем. Замечательно. Так, его можно перевести, ребят, на новый уровень. И я с удовольствием это делаю. Хм. Так, и можно улучшить атаку на 1 единичку. Так уж и быть. Практически, ребята, все деньги я слил. Как говорится, улучшать нам больше нечего. И продолжаем с вами сюжетку. Потом пойдем сходим на ПВП. Так, да, это мы сюда идем, да? На прямую. И смотрите, ребятули, королева чужих рыжек. Это особая награда. Это, я так понимаю, если мы пройдем, да? А будем мы сейчас драться с кем? Сейчас посмотрим. Неужели с самим Кенни? По-моему, да, ребята, именно Кенни будет против нас. Потому что уж больно был костюмчик похож. Киборг Кенни. Так и есть, ребята. Киборг Кенни. Так, он схватился за мобилу. Бз, и есть чему стремиться, новичок. Бз. Что он? Оу. Это Картман, ребята, в костюме робота. Ну что же, давай, Нейтан, поработай на благо.
А что, интересно, делает этот робот, а? Как вы думаете, ребят? Воу-воу-воу-воу. Так, давайте еще Торнса вызовем. Ух ты, нифига себе, он Нейтана накумарил, ты видел? С разбегу просто подбежал. Так, давай. Закритуем, ребята, закритуем. Так, роботека, что он делает? Он шокером, ребята, он их шокерит, и они в стане. Вот оно что, я понял. Так, ну мы его закумарили. Так, Айк, погнали. Воу-воу-воу, смотри, как он быстро бежит, ребята, смотри. Это, видимо, у него новая способность после того, как мы его проапгрейдили. Да, но он недолго жил. Стрелок Кайл, выходи. Смотрите, замораживают, ребята. А, вот, он здесь всех призвал. Всех своих бойцов. Ё-моёшечки, ребята. Так, Докпу, выходи, давай своим Калом бросайся, как говорится. Так. Ну, 35, ребята, к атаке мы получили. Я думаю, что сейчас получит у нас Кенни по полной программе. Оу, щетушки. Ладно, ничего страшного. Ребята, мы победили. Вот смотрите, Докпу. Именно он его добил. Так, и что же нам, интересно, дадут? Нам дадут самого Кенни. Я вижу, что у нас новое достижение. Кладбище чужих. Так, ничего, это не раскладушка. Просто лимит в 25 мегабайт закончился. Мегабайт? Ха-ха-ха, говорит Картман. То есть у них опять какие-то перепалочки там, да, между собой. Так, что же вы будете мне все секретными чипами-то кормить? Ёлки-палки, у меня уже целая куча этих чипов. Денег у меня мало, поэтому нету смысла здесь заострять внимание. Ну что я могу купить за 11, извините меня, монет? Ничегошеньки. Получить. Ёлки-палки, ребята, королева чужих, да? Рыжик получаем. Клайд чужой и рука пришельца 10 штук. Слушай, это шикарно, я считаю, да? И что же у нас, ребята, происходит? Кибернетическая... Чего там, площадка какая-то была? Кибернетическая командная комната. Вот так даже. Значит, мы отсюда и вот сюда вот дойдем, да? Поехали, ребята, будем смотреть. Будем с вами разбираться. Слушай, а почему так быстро? Я даже ничего не успел. Кайл, звонок. Так, принимаем. Эй, новичок, это я, слушай. Ты реально не понимаешь, что происходит? Тебя используют. Просто, может, тебе не стоит проводить столько времени в телефоне? Типа, сходи побеседуй с кем-нибудь или, не знаю, книжку почитай. Так часто зависает в этой тупой игре. Картман? Ни с кем. Типа, он к нам, ребята, сейчас обращался с посланием. Типа, парень, хорош играть, иди развейся и отдохни. А то, типа, ты залипаешь в эту дурацкую игру. Оу. Это же у нас, ребята, тот самый замораживальщик, да, получается? Ну что же, я принимаю вызов, и давайте попробуем его победить. А нам, кстати, показали, какие карты мы с вами получим или нет? По-моему, нет. Ну, я думаю, когда мы уже подойдем ближе к концу, нам все это покажут. Ну что же, я иду. Конечно, конечно, разогнался. Так, давайте-ка стрелка Кайла сразу с вами возьмем. Воу-воу-воу. Потише, потише, ребятули. Давай-ка туда вот так вот сделать. И расстрел. Замечательно. Так, давай усилим команду нашу. Так, Кайл, на 35, ребята, идет увеличение. Это очень хорошо, между прочим. Так, Нейтан, давай что-нибудь делай. Куда-нибудь бросай бомбу свою. Молодец, красавчик. Так, вызываем Айка. Здесь мы, естественно, массовую стрельбу устраиваем. Черт. Двоих сразу грохнули, отличненько. Айк, ускоряйся. Ускоряйся, родной мой. Так, вызываем, наверное, с вами... Подождите, а почему мы играем той колодой, которую я не хотел? Мне нужна та колода, где новые карты у нас. Видимо, я забыл поменять, да? Ладно. Так, давай-давай сюда продвигаемся. Вот сюда, Айк. О, у него, ребята, атака растет по возрастающей, то есть она накапливается. Вот в чем прикол-то весь. Расстреливаем. Шикарно. Так, чувствую, что скоро будет, ребята, босс. Что, опять Кенни? Бз, моя кибернетическая командная комната уже рядом. Ну, я еще даже не начал разыгрывать свои лучшие карты. Бз. Его что, коротит якобы, да? Цифровой стен. Ну, я так и думал, ребята. Именно этот замораживальщик. Йо-хоу, цифровой стен. Что, даже не поговоришь с нами? Нет, ребята, даже не стал разговаривать. Хорошо.
Смотри, 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 что он делает, ребята. Ох, атака у него, конечно, обалдеет. Просто Айка уничтожил. Это нечестно было. Это было нечестно, серьезно вам говорю. Но мы его сейчас накажем все равно, смотрите. Так. Айк, давай, 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 родной мой. Успеешь, нет? Успели. Молодцы, красавцы. Мы победили, ребят. Ух, знаете, что я сейчас хочу? Я сейчас хочу сходить и немножечко по-пвпшиться, с вашего позволения. Так, 7 монет. Опять сверхсекретный чип. И... 80 монет. Вот это уже что-то, ребят. Это уже что-то. Значит, я... Чувак, новичок просто имба. Или, может, это ты не владеешь телефоном? К чему сейчас будет разговор, вообще непонятно. Давайте-ка, ребята, действительно с вами по-пвпшимся. Почему ПВП хорошо? Потому что там, ну, действительно серьезный противник. И не так легко его победить. Так, для этого нам нужно выйти. Перейти вот сюда. И включить ПВП-бой. Поехали. Так, идет поиск противника. Надеюсь, противник будет достойный. Не такой легкий, но и не такой сложный, чтобы я его мог действительно пройти. Только колоду... Ладно, какая будет, такую будем играть. Ну что же, против нас Даниэль Куан. Он 5 уровня, в принципе, и я тоже 5 уровня. Начнем, наверное, с Нейтана, да? Так, погоди, 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 погоди. Не надо. Воу. Ну слушай, погоди, хотел сказать, по-моему, неплохо идем. Не совсем, ребят, хорошо у нас на самом деле. Так. Ой-ой-ой, куда это он разогнался, ребята? Куда он разогнался, я спрашиваю. Кайл, давай, выходи. Слушай, что-то здесь, ребят, не то. Обалдеть. Мы пока с вами проигрываем. Усиливаемся. Давай, Айк. Айк, бомби его. Так, вызываем нашего летуна. Слушай, ну почему Кайл у него, ребят, смотрите какой. Да-да-да-да-да-да-да, конечно, конечно. Так, Докпу. Докпу нам нужен. Так, бомбим. Слушай, Картман здесь, по-моему, ребята, имба. Вот серьезно вам говорю. Минус. Так, это с лопатками, да, у нас? Тоже минусанули, отлично. Так, у него сейчас будет первая фаза. Сейчас очень много будет, ребята, да, трупов. Ну что же, теперь мы вызываем Картмана. Он вызвал Докпу. Хорошо, отлично. Катастрофа Хади. Ми-ми-ми-ми-ми, хорош, отвоюешься. Давай, всех. Отлично. Айка призовем, ребята. Слушай, а почему этот корявый такой сильный? Я не понимаю, с какого вдруг перепуга? Так, Докпу у меня, ребята, отдуплился. Кайл, давай, ты мне нужен здесь. О, ребята, смотрите, кто идет. Мимзи, блин, а он же... Он же у нас танк. Он же, ребята, у нас танк. Нужно вызывать Нелли. Ох, как он нам кумарит, ребята, посмотрите. Ему плевать на все, ребята, он просто бьет меня. Он ни на кого не переключается, понимаешь, в чем дело? Ни на кого. Так, ладно, предположим. Погнали. Слушай, напряженный бой, ребят, по-моему, я здесь сдуюсь. По-моему, я здесь, ребят, проиграю. Не хотелось бы, конечно, но сами видите, что у нас тут происходит. Так, вызываем Докпу. Вызываем Докпу, вызываем также. Вот контрабандист Айк мне уже почему-то, ребят, не нравится. Давайте-ка Мимзи призовем. И посмотрим, что он сделает. Так, ладно. Смотри, они все его атакуют, ребят. Катастрофа Хади. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, очень плохо, ребят. Очень плохо, на самом деле. Ты посмотри, какая у него армада. Почему? Почему так все происходит, а? Мы не можем просто-напросто с ним справиться. И сейчас меня, ребята, разнесут. Да, мы проиграли, к сожалению. Офигеть. Офигеть, у него прокачка была, на самом деле. И я немножко в шоке даже был. Никак не мог его одолеть. У него Мимзи был намного крепче, чем мой. Ну что же, я не буду расстраиваться. Мы с вами все равно получим ПВП-набор. Чего бы нам этого не стоило. Давайте искать следующего противника. Быстро довольно-таки мы его нашли. Давайте будем смотреть, какие у него карты.
Кстати, я за кадром, ребят, когда играл, там был такой противник у меня. Офигеть, я таких карт не видел вообще. Там какие-то мазохисты, какие-то чуваки там из этого, из мультиков какие-то. Так, Deadly Parakeet. Воу, на баскетбольной площадке мы с ним слеснулись. Ну что же. Так, я понял тебя. Давай, Докпу, выходи. Так, возьмем Нейтана теперь с вами и контрабандистку Салли. Ну. О-оу, о-оу. Давай так сделаем, попробуем. Как это? Он с удара, ребята, просто снес. Ты понял? С чем он таким бросается? Я не понял. Так, у него тоже айк, ребят, смотрите. Так, ну мы выиграли здесь. Эту схватку мы выиграли с вами. Угу. Ну что ж, давай, Картман, покажи Кайлу, кто здесь главный. Ну, мы выиграем, смотрите, по здоровью, по полосочке даже, посмотрите. Угу. Вот так вот он, да, значит, делает. Давай тогда мы тоже призовем нашего летуна. И бандитку Салли, конечно же. Так, что у нас получится, ребят? О-о-о-о, куда там бомбанул? Смотри, бежит куда, ребят. Так, Докпу, давай. Перехватывай его. Молодец, отлично. Так, на нас идет Картман. Он, ребята, второго уровня. Он второго уровня. Блин, да какие же у него карты, блин. Имба. Ничего не скажешь. Тимми, Тимми, я тебя сейчас устрою тут, Тимми. Давай, 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 родные мои, бомбим его. Нам, наверное, надо призвать Нейтана. Давай-ка вот так попробуем. Что у нас из этого получится? Айк. Смотри, ребят, у него тоже этот айк. Оу, щит. Да ладно тебе, давай с лопатками. Ну? Молодец, красота. Давай еще вот так вот вызовем. Массовая круговая атака, отлично. Контрабандистку. Она критовик у нас. Ну, молодец, красота, красота. Докпу, Докпу нам нужен здесь теперь. Так, что-то у нас... Ребята, мы проигрываем с вами по здоровью. Вот что я могу сказать. По здоровью мы проигрываем. Опять он Картмана призвал. Ой-о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 й. Давай тоже тогда Картмана призовем. Времени 22 секунды. Я боюсь, ребят, мы с вами сейчас проиграем здесь. Так, Мефеса тоже призовем. Ну? Да что ж ты будешь делать-то? 7 секунд. Ребята, я проигрываю. Я, к сожалению, проигрываю. Ну куда? Овертайм. Ладно, хорошо, овертайм. Этот Мимзи достал уже. Ну, хотя бы так, ребята, хотя бы так. А, я проиграл, да? Черт, ребята, я проиграл опять. Слушай, ну это что за фигня получается, а? Второй раунд мы с вами проигрываем. Блин. Хм. И даже ни разу никого не подбили там. Давайте еще раз попробуем. Что-то мы с вами хватку теряем. Ну, вы сами видели, что у него противники практически все второго уровня, а у меня все первого. И на самом деле мне бы хотелось поменять колоду. Я не хочу этой колодой играть. Ну что же, друзья, мы играем против Салти. Опять, кстати, это чувачок в шапке. Хм. Ну что, я даже не знаю, что сделать мне. Он тоже никого не вызывает, он смотрит. Крысы почему-то, да, начали? Ладно, хорошо, давай так попробуем. Так, офицер Бардбери. Вперед, как говорится. А чё он ничего не делает, ребята, никого не вызывает? В чем проблема? Что он задумал? Что он хочет сделать, ребят? Так, понятно. Посмотри, какой крепкий у нас этот полицейский. Здоровье у него, конечно, не занимает, согласитесь. Космовоитель Токен. Ой, ребят, по-моему, мы сейчас тут с вами выиграем. Практически без боя. Смотрите, он просто не хочет играть с нами. Он сдался. Атака! Атака!
Что? Слушай, по-моему, кто-то появился там. По-моему, ребята, кого-то он вызвал. Да, он вызвал Докпу и индейца. Хорошо. Давай тоже призовем Докпу. А почему бы и нет? Давай атакуем. На-ка, получи. У нас они оба первого уровня. Ну, мы были свежее, как говорится, поэтому мы и выиграли. Так. Давай, 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 давай. Есть, ребята. Ну, на самом деле, какая-то легкая была победа. Он практически не сопротивлялся. Но для нас-то что главное? Именно уничтожать мобилы. И мы, ребята, с вами уничтожили 3 мобилы. То есть, соответственно, нам еще одну такую идеальную чистую победу. И мы откроем с вами еще один ПВП. Так. ПВП, как его звать-то? Ну, короче, колоду ПВП. А вот теперь я буду улучшать, с вашего позволения. И это будет у меня Клайд, в первую очередь. Давай, улучшаем. Отлично, так. Мы переводим его, ребята, на новый уровень. Классно. Так, теперь у него улучшаем атаку. Пока деньги есть, ребята, буду улучшать. Улучшаем ему здоровье, потому что он на самом деле такой крутоватый чувачок. Поэтому я думаю, что вы не будете против, если я его прапаю. Так. Давай еще. Блин, все деньги, ребята, практически на него слил. Здоровье улучшим. И атака. Хорошо, улучшаем. Обалдеть. Клайд, ну ты у меня офигеть как прокачался. Ну что же, а теперь поехали. Еще один, ребята, ПВП бой нам нужно сделать с вами. По любасику, как ни крути. Обновить сейчас, блин. То есть у меня не получится, да? А в событии? Что у нас по событию, ребята? Текущий счет. 2 шляпы. А нужно, видимо, 5, да? Для того, чтобы открыть событие. А от чего это зависит? Используй колоду с картами события и получай награды на аренах. В случае победы ты получишь пачку за каждую допустимую карту. Угу. Смотри карты. Ну давай посмотрим, какие тут нужны карты. Бонус идет к матросу. Бонус идет к Айку. К пиратскому кораблю. И все, да, ребята? Фига себе. ПК-директор, это что? Это что за карта такая? Я не знаю, ребята. Так, победив в PvP-матче, ты получишь по одному очку за каждую такую карту в твоей колоде. Слушай, ну у меня карты-то где такие? У меня только Айк, но его здесь нету в этой колоде. У меня есть кто? Мимзи. Вот можно Мимзи вызывать, наверное, да, нам? Вот он, Мимзи. И все. Остальных у меня, ребята, здесь нету. Хм. На одном Мимзи мы с вами далеко не уедем, если честно. Мы будем копить здесь до посинения. Поехали, короче. Так, и против нас Кастоми. Даже так. Кастоми. Ну что, ребята, я не знаю, может быть, Мимзи вызвать? Нет, давайте вот так сделаем. Смотри, смотри, что он делает, а? Гаденыш. Воу-воу-воу-воу, мы что, проигрываем, что ли? Нет, пока нет. Но мы можем проиграть. Черт подери, что ж тут происходит-то? Так, Кайл, ты достал. Космовоитель, давай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Слушай, ребят, ну он хитер. Докпу. Нейтан мне нужен, ребята. Мне, скорее всего, здесь нужен Нейтан. Так, контрабандистка Салли. О-о-о-о. Ребята, мои дела плохи. На самом деле. Ну, Картман. А ну-ка, Салли, устрой-ка этому Нейтану. Что там? Раздухарился, я смотрю. Угу. Давай так сделаем. Так, теперь попробуем. Ну что ты? Что ты сразу припух-то? Айк. Ребята, Айк мешается нам. Накрыли мы его. Давай, морпеха Крейга. Ну, ё-моё, ну что, вы не можете с этим чувачком, что ли? Вот это да, ребята, вот это да. Такого лопуха гонят. Заморозку хотя бы заморозку ты сделаешь или нет сегодня?
Нет, ребята, ничего он не делает. У него все второго уровня. Практически, ребята. Не могу. Давай так попробуем. Оу. Терренса вызвал он, да? Он вызвал Терренса. Ну. Давай тоже вызовем его. Ё-моё, в конце-то концов. Клайд чужой мне нужен здесь. В любом случае, ребята, я проигрываю здесь. Ну, хоть что-нибудь вы будете делать сегодня по-нормальному или нет? Нифига не выходит, ребята. И супер... Блин, вот эти вот лодки всякие, я там не знаю. Ладно, попробуем, может быть, еще все-таки 5 секунд. Я проигрываю, ребята. Не получается у меня. Обидно. Поражение. Да, 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 заморозка, но она не вовремя. Ой, на 4 секунды заморозка. Ладно, ребята, я проиграл, я должен отыграться по-любому. Так что, с вашего позволения, и еще один матч будет. И против нас Субли Артик. Угу. 5 уровня. Ну что же, давайте, ребята, приступим, наверное, потихонечку. Начнем вот так вот. Так, он вызвал Докпу. Давай тогда так же сделаем. Ну. Какая-то куча, не поймешь, кто там кого бомбит. Че, мы что ли проигрываем? Похоже, да, ребята. Так, секунду, ребята. Я на это не подписывался. Докпу, давай лови этого пирата. Пирата, пирата, бомбим. Так, он вызвал Картмана. Картман у него первого уровня, как мы видим с вами. Должны бы победить его. Сейчас, если стрелять не начнет. Нет, он не успел пострелять. Так, ага, понял. Атакуем. Атакуем, ребятули, отлично, все хорошо пока у нас. Давай, наверное, Нейтана сюда позовем. Нейтан, давай стреляй, родной мой. Угу. Посмотрим, что у нас сейчас произойдет, ребята. Может быть, мы успеем даже заморозку включить. Очень сильно бы мне этого хотелось. Ну, не успели. Нет, успел. Успел, ребятулечки. Так, и я думаю, что надо вызвать все-таки офицера Бардбади. Бардбади, блин. Язык сломаешь, ребят, пока скажешь. Так, давай, посмотрим. Нейтан, отошел бы ты, а? Ты смотри, ребята, он его, Джимми вышибал его, уделал. Ну, посмотрим, кто кого. Он второго уровня, понятное дело, ребята, он меня сейчас ушатает здесь. Ну, Докпу, давай, делай, отлично. Ты посмотри, какой этот пират, ребята, сильный, а? На-ка. Слушай, ну мы, ребята, по-моему, мы с вами пока ведем. Но это пока. Так, давай мы попробуем вот так вот сделать. Критовать надо, ребята. Ниндзя нужно обязательно критовать. Иначе будет жестко все. Так, давай вызовем тоже Мимзи. Пускай он идет. И Стена. Будем замораживать, пытаться, по крайней мере. Ну давай, 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 Мимзи, подходи, бомби его. Вот, пошел накумаривать. Докпу, ты как это? Ты как это тут мог пройти, интересно мне знать. Ребята, еще чуть-чуть осталось. Еще чуть-чуть. Да удара не хватило. Ладно, мы все равно выиграем с вами, ребят. Да, победа за нами. И эта победа была просто великолепная. Сколько мы уничтожили с вами? Две мы белые или три? Сейчас посмотрим по шкале, по ПВП-шной. Так, ПВП очки 30, древний ключ и ПВП, опять же, билеты очки. У нас с вами 142 очка. Давайте-ка мы с вами, наверное, вот Нейтана. Отлично, шикарненько, да?
Ну что же, я думаю, что еще один бой не повредит нам. Посмотрим сейчас, что у нас по мобилам происходит. Да, ребята, мы с вами уничтожили 3 мобила. Ага, даже уже 4. Ну что же, вперед тогда. Мне обязательно нужна 5-я мобила, чтобы получить PvP-комплект. А там уже, ребята, будет, наверное, классные картишки. Я надеюсь на это. На этот раз мы будем драться с мой. Отлично. Так, он 6 уровня, ребята. Это означает, что он уже будет крут. Ядрить его на корень, а? Кого он там вызывает? Понял я. Пирата. I can't you. Давай, 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 Картман. Ну что, мы не можем, что ли, уже тут справиться ни с кем? Давай, 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 эту Салли. Контрабандистку ловите. Ай, бежит. Не добежала. Солидно. Так, молодцы. Пока у нас все хорошо получается, ребята. Довольно неплохо, я бы даже сказал. Так, Кайл, да, у нас тут? Нам нужен, ребята, здесь, скорее всего, Нейтан. Давайте вот так вот сделаем. Ну? Давай вот так вот сделаем. Попробуем его законтрить. Обалдеть, законтрили называется. Допу. Айк, ребята, Айк идет. Айк идет. Ты будешь его бомбить или нет? Нет, ребята, он просто не стал даже обращать на него внимание, ты понимаешь? Давай, воитель. Ну? Ух ты, быстро мы с ней разобрались, отлично. Фух, ребята. Душа в пятке, как говорится. На, получи. Морпех Крейг. Пускай бомбит по нему. Отлично, идет все. Вышибала, Джимми. Давай, 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 давай. Ты нам здесь нужен очень сильно. Слушай, а что, он сдался, что ли? Он, ребят, никого не вызывает почему-то. В чем проблема, не могу понять. Так, что-то не то, ребят. Что-то нечисто здесь. Неужели он сдался? Ну что же, остается только лишь его добить. И это мне сделать, наверное, Клайд чужой. Бонус к энергии. По крайней мере, он уже сидит на полу. Ни на каких, ни на коробках. Так. Все, ребята, он сдался. Ну, он сам виноват. Нам главное заработать мобилы. А каким макаром нас это не колышет. Победа. Я нас с этим поздравляю. Ну что же. Я готов открывать PvP-пак. Что нам здесь выпадет? Так, PvP-билеты. Освещенная свеча. И опять билеты, ё-моё. Улучшить. А что я могу улучшить? Ничего, ребята, у меня не хватает денег на это все. Ну что же, у нас с вами 638 баллов. И мы открываем с вами пак. Фух, что же нам здесь, ребята, достанется? Мне очень интересно. Монеты, всего лишь 42 штуки, это мало. ПВП билетов у нас 117. Наличность, 2 доллара. Индийское перо, древний ключ. Наконечник стрелы, магический фолиант. Так, кольцо силы. Скаут Айк. Ребята, это новая карта. У меня до этого не было никакого скаута Айка. Замораживающий луч. Тоже такой карты у меня не было. Огненный шар был. И Терренс Мафеста. Он же у нас летающий юнит, поэтому его есть смысл, ребята, прокачивать. Ну что, надеюсь, вам понравилось. На сегодня мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!